мы показывали, как мы перемещались по полуострову из скита в скит, от святого места к святому месту. Сегодня у нас такой день, скажем так, практически выходной, но выходной он в плане перемещения. Сегодня полдня отдыха, но это не говорит о том, что мы не будем работать. Очень много суеты в подборе оборудования, потому что завтра нам выдвигаться на Афон, на самую высокую точку горы. И сегодня у нас есть немного времени, дабы проверить все оборудование, зарядить батарейки, настроиться, собрать все самое необходимое. Естественно, нам нужно было проверить коптер, и сделать это надо было очень как-то скрытно, что ли, потому что там, в принципе, снимать нельзя, ну и уж тем более делать какую-то аэросъемку. И то, что вы сейчас видите, ну, скорее всего, это уникальные кадры. И, кстати, куда бы мы ни шли, как я уже говорил в каком-то из наших выпусков, мы натыкались на очень-очень интересные места. Эта икона, это византийская императрица, привезла когда-то сюда, на Святую Гору, дары волхов. То, что волхвы принесли младенцу Христу, золото Ивану Смирному. И эти дары волхов, они по сей день здесь находятся, а когда-то она привезла в дар и сошла там на берегу и пошла пешком с этими дарами. И вот в этом месте ее Богородица остановила и сказала, что стоп, дальше не иди, это земля только для монахов, для мужчин, сюда женщина не должна ступать. И вот игумен с братьями, видите, крестным ходом вышли ей навстречу, взяли дары, и она с этого места обратно. После интересных рассказов отца Сергия наступало какое-то спокойствие. Мы шли обратно к себе в скит и были уверены в том, что ни одна камера не подведет. И как-то было даже спокойно, что подъем будет очень тяжелым. Завтра на Афон. Пройдены 50 метров. Ну, где-то метров 50 горы. Скажем так. А сил уже практически нет. А еще 2500 метров. Из моей спины находится келья святого Порфирия. А иконы, я думаю, его лик по всему миру. В каждой церкви есть. Сейчас вот находился в его келье, где он жил. Я уже почти 30 раз на Афоне. И вот первый раз только я попал в Косоколею на келью, где я жил и умер старец Порфирий Косоколевит. Я очень хотел здесь побывать, потому что моя судьба как бы с ним связалась. Я с ним познакомился в начале 2000-х годов. Я был здесь на Афоне и обратился к монаху афонскому, чтобы он выслушал меня. У меня было некоторое смущение, что некоторые священники как бы думали, что мой духовный мир, может быть, я в прелести, может быть, в ошибке какой-то. И я попросил монаха, чтобы он послушал меня и сказал, где у меня неправильное понимание православия или где ошибка. И он с любовью сказал, что все выслушает. Я говорил минут 10. Через 10 минут моего монолога он достал вот эту розовую книжечку старца Порфирия, подал ее мне и говорит: вот все, что ты мне сказал, написано в этой книжке. Эта книжка твоя. И когда я открыл, там первая часть его жития, а вторая часть его слова. Я просто увидел единомышленника, как будто своего учителя. Прям так настолько мысли близки были, переживания. А потом в России был такой период, когда на старце Порфирии некоторая часть богословов тоже такое небольшое гонение устроили, что этот старец в прелести, что он очень необычный. Ну, многих смущала его жизнь. И даже некоторые говорили, что даже буквально даже эту книжку нужно сжечь. И тогда я
написал в журнале в православном статью «Апология Варлаама. Защита старца Порфирия». И когда эта статья вышла, я с журналом приехал на Афон и знакомому монаху в русском монастыре дал этот журнал со статьей. Он прочитал и вдруг перекрестился и говорит: «Я так молился, чтобы кто-нибудь защитил старца Порфирия. Какой-то поп из России, из Урала, написал статью в защиту старца Порфирия». А еще через несколько лет мы получили радостную новость, что старца канонизировали. И теперь уже никто не смеет ничего плохого сказать, потому что это канонизированный святой Русской Православной Церкви. Его канонизировала Константинопольская патриархия, и сейчас Русская Церковь внесла его тоже в святцы свои. Ему написана служба, есть день памяти. Поэтому мы очень хотели попасть в это место. И слава Богу, что это случилось. Помолились в храме, помолились у кроватки преподобного старца Порфирия, на которой он умирал. Большое благословение для нас и радость. Старец Порфирий, вот его душа была, в нем сочеталась великая простота и безграничная любовь ко всему, и к человечеству, и ко всему миру, ко всему живому. Поэтому это святой, который привлекает именно не какими-то глубокими словами мудрости, не какой-то высокой аскезы, а именно, наверное, в первую очередь, хотя все это и у него было, и слова у него очень глубокие, мудрые, и жизнь его вся полна аскезы и подвига. Но, наверное, в первую очередь с ним связано, с его памятью. Это его великая безграничная любовь, которая просто обнимала весь мир и каждого приходящего. Поэтому иногда так бывает, что люди сталкиваются, приходя в церковь, с какой-то суровостью, с натянутостью, и им вот такое православие иногда тяжело бывает принять, пережить, понести. И вот как раз не хватает вот такого православия, когда придет внешний человек, может быть, первый, второй раз. Как раз в эти минуты ему нужна от нас любовь. Слова будут уже потом. В первую очередь нужна любовь, которая согреет его, привлечет на уровне сердца. А слова уже можно оставить на потом. С этого должно все начинаться. И этим должно и заканчиваться все. Молитвами преподобного отца нашего Порфирия, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Такой вот почти первоапрельский юмор на 800 метрах у подножия горы Афон. Мы прошли 800. Это 1/3. Мама не поверит, что я здесь был. Часа 4 поднимаемся. Мы прошли всего полпути, нам остается столько же, а сил все меньше и меньше. Буквально недавно вот эта гора нам казалась такой огромной, а сейчас она ниже нас и какая-то маленькая. Мы выше облаков. Подъем на гору Афон очень похож на афонские всеночные бдения. На праздники служатся в афонских монастырях всеночное бдение, которое может происходить 12-14 часов. Монахи сегодня вечером придут на службу, а разойдутся завтра часов 12 дня. Вот это долгое понуждение себя вырабатывает в людях терпеливость, научает их терпеливость. Нельзя стать терпеливым человеком, не практикуя вот аскезы терпения. И поэтому и подъем на вершину, и афонские всеночные бдения, и труды непрестанные. Все это практика, которая научает человека терпению. Потому что, по большому счету, мы все в духовном плане находимся на войне, а на войне побеждает тот, у кого больше терпения, и у кого больше запас сил. А наша духовная война, она вообще на всю жизнь. Она закончится только после нашей смерти.
Поэтому некоторые люди светские, которые не понимают, зачем такие подвиги, зачем такое понуждение себя, задают вопрос себе, для чего это? Вот для того, чтобы становиться терпеливым. Терпеливый очень много сможет. Вот мы сейчас одну минутку постояли, отдохнули и пойдем дальше. И еще одолеем 1000 метров. Это Пангея, около 2000 метров над уровнем моря. Это последняя точка, где можно переночевать, приготовить на костре еду, отдохнуть. Здесь мы встретились с нашими коллегами из Киева, с телеканала Интер. И так уж получилось, что эта встреча была не случайной. Когда мы познакомились, ребята сказали о том, что на Афоне они находятся, ну скажем так, наверное, из-за нас. Из-за одного из предыдущих наших фильмов, из-за фильма «Литургия». Как ребята рассказали, что их главный редактор посмотрел фильм «Литургия» на кинофестивале и сказал взять его за основу. Поэтому ребята поехали снимать фильм про веру. В 5 утра нам предстоит подниматься дальше, подниматься на самую верхнюю точку. В наше время политика поглотила всех и каждого. Но на Пангее ребята из Украины, ребята из России сидели и пили вместе чай. Мне очень нравится выражение, что все случайности не случайны. И эта наша встреча с ними была тому подтверждением. Мам, ты мне не разрешала забираться на крышу, но сейчас, блин, сорян, так вышло. Это то место, где можно встретить людей с любой точки мира. Это то место, где все люди равны. Это Афон.